День государственного флага России в районе Меланжевого комбината областного центра отметили с особым размахом. Свои усилия по подготовке праздничной программы объединили Дом детского творчества номер 3, Центр внешкольной работы номер 2 и ТОС «Меланжист». Творческие коллективы учреждений дополнительного образования подготовили двухчасовой концерт на радость и детям, и взрослым. В конце программы будет такой небольшой сюрприз, флешмоб, в ходе которого все гости и участники построят триколор российский флаг и запустит 100 штук шаров в воздух. Для детей устроили конкурс на лучший рисунок на асфальте. Тема «Мой флаг, моя Россия». Победители выбирали в двух возрастных категориях – от 4 до 9 и от 10 до 18 лет. Рисунок Димы Попова жюри понравился. Я на этом рисунке нарисовал все цвета, но только я их символизировал каким-то предметом. Я нарисовал белым церковь, реку голубым и огонь. Вечный огонь в честь войны нарисовал красным. Дом детского творчества номер 3 – своеобразный центр патриотического воспитания в Иванове, где действует школа авиаторов «Высота». Курсантам прививают любовь к родине, которая подразумевает хорошее знание истории своей страны. День флага не исключение. Этот праздник был утвержден первым президентом Российской Федерации 24 года назад. Цвета символизируют, у каждого цвета есть свое значение. У белого цвета – совершенство, благородие. У синего цвета – вера и верность. У красного цвета – кровь. Обозначает кровь, пролитую за Отечество. Подобный праздник – отличный способ напомнить россиянам историю своей страны в нескучной форме. Ведь каждый житель России обязан знать ее официальные символы. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.